нахожусь в гостинице Nirvana Lagoons, которая находится в поселке Бельдиби, гостиница с претензией на вид. Покажу все основные детали этой гостиницы. Хоть она и большая, времени у нас немного, но постараюсь показать вам всю необходимую информацию о данной гостинице. Друзья, смотрите, вот это вот вся территория гостиницы, пляжная полоса этой гостиницы примерно 900 метров. Очень большая территория данной гостиницы. Так, смотрите, зашел холл гостиницы Nirvana Lagoon. Холл такой вот необычный, он невысокий. Все идеально, чисто, красиво. С правой стороны сразу на входе у нас ресепшн. Так, цветочки, друзья, живые цветы. Они пахнут, лилии, еще вот эти, не помню, как они называются. Однозначно, как бы, признак гостиницы высокого уровня. Вид на территорию из номера в гостинице Nirvana Lagoon. Такая вот зеленая, большая, огромная территория. Вообще компания гордится тем, что при постройке у нас не пострадало ни одно дерево. Каждое пронумеровано, некоторые сквозь балконы идут. То есть, а сквозь номера есть? Сквозь номера нет. Сквозь балконы есть. У каждого своя табличка. Если есть желание и время, можно поискать номер один. Да, здесь очень легко дышится из-за вот этих вот полей. Особенно летом, в июле и августе месяце. Конечно. Так, а что это за... То, что справа, это релакс-бассейн. Вокруг домики для балийского массажа. Вход через спа-салон. Терраса в Вилле Сидор, гостиница Nirvana Lagoon. Очень приятное зеленое место. Классно все выглядит. Вторая комната в Вилле Сидор, в Nirvana Lagoon. Вот такая вот большая, красивая кровать. Фирменные полотенечки. Кресло. То же самое можно открыть на террасу из виллы. Двери. Есть, естественно, телевизор. Санузел. В Вилле Сидор. Такая вот душевая кабина, косметика, полная комплектация, вот еще часть косметики, естественно, фен. Что касается ванной, вообще у нас была косметика Bulgari, но на данный момент, вот буквально со следующей недели, переходим на натуральную органическую косметику. Опять же, теперь еще больше. Поддержка здорового образа жизни, да. Плюс еще то, что я вам не уточнила, например, в спа-салоне у нас в этом году добавились детокс-программы и добавился диетолог.
Так что все. Короче, у вас лечебница. Почти что. Нет у вас, да? Утюгов нет. Утюгов нету, да, как и в большинстве отелей на побережье. Только отдельная услуга стирки и глажки, то есть один большой промышленных размеров. Здесь 5 человек максимум. То есть мы с вами сейчас посмотрели виллу Сидер, да, а вот это вокруг домики, это Сидер Хаусис. В чем отличие? Здесь одна спальня только. Размещение 2 плюс 2, то есть вы заходите, ванная, френч бед, дальше телевизор, который крутится на 360 градусов, и два дивана, которые могут раскладываться. А вот, это у вас, они изначально были, да, эти виллы? Да, 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 да. Единственное, что в этом году вот достроили им вот эти вот тенты, то есть чтобы иголки сверху не падали на террасу, и плюс освободили место на террасе. Раньше этих тентов не было, были только зонтики. А теперь уже чайки очень наглые, да, у нас. У каждого туриста есть фотография с чайкой. Вот эти Cedar Houses, они могут быть с выходом как к бассейну к своему, так и в сад. Вот с этой стороны, соответственно, в сад. Больше семьи с детьми, которые, они берут все-таки с выходом в сад, то есть, чтобы не переживать за ребенка, чтобы он не ушел один в этот бассейн. А в Сане, мне кажется, отличие будет, правильно? Будет там Cedar House? Нет, абсолютно одно и то же. То есть можно к резервации какие-то пометочки делать. Просьба, да-да-да. А что у вас по заселяемости? На данный момент где-то 80% заполняемость, но это еще надо учитывать, что у нас сейчас много инфогрупп проживает. Скажите, а по аквапарку он работает по режиму какому-то? С утра до вечера, да, с перерывом на обед. Угу. А на обед сколько перерыв? 2 часа? Час где-то. Час? Угу. Сейчас мы к нему выйдем, как раз, если нужно, подойдет. Аквапарк, 11 горок, горка Кобра, горка Камикадзе с видом на горы. Рядышком аква-снэк-бар, то есть те гости, которые здесь отдыхают, могут не идти обедать в главный ресторан, могут пообедать непосредственно здесь. Рядом со снэк-баром находится бургер-стейшн, всевозможные гамбургеры домашнего приготовления, салаты, пиццы, шаурма, шаверма и так далее. Но это уже за доплату, да? Нет. Тоже уходит? Угу. Так, друзья, смотрите, показываю вам аквапарк гостиницы Nirvana Lagoon. Значит, очень большой аквапарк, 11 горок. Название вам всех горок не скажу. Значит, смотрите, очень многие туристы едут в данную гостиницу Nirvana Lagoon из-за этого крутого аквапарка. Смотрите, какая высота, смотрите, какая длина. Это горка Кобра. Очень прикольно, большой аквапарк. Есть определенные нюансы для деток, если хотят покататься на этом аквапарке. Значит, если вашему ребенку больше 10 лет, то ему можно кататься здесь в аквапарке. Но если вашему ребенку меньше 10 лет, а ваш ребенок очень хочет покататься здесь в аквапарке, то под расписку родителей вашего ребенка все-таки пустят тут покататься. Кроме двух горок – Камикадзе и Кобра. Просто крутые горки, ребят. Сам, конечно, именно вид. То есть мы видим, что аквапарк не новый, но его размеры, его высота – просто фантастическая. Именно, друзья, для Турции это очень хороший аквапарк. Один из таких самых интересных аквапарков, которые есть в Турции. Поэтому, если вы выбираете гостиницу именно с аквапарком, обязательно смотрите гостиницу Nirvana Lagoon. Потому что здесь аквапарк один из лучших в Турции. Ну и, конечно же, напишите свое мнение, свое впечатление
вот этого аквапарка. Мы обязательно его почитаем. И я думаю, он будет полезен для других туристов, других подписчиков нашего канала, которые выбирают гостиницу себе для отдыха в Турции. Друзья, сейчас вам показываю пляж гостиницы Nirvana Lagoon. Значит, смотрите, пляжная полоса 900 метров, есть вход галечный, вот такая вот крупная галька. По самому заходу есть даже вот такой вот заход простеленный, для того, чтобы вы могли комфортно зайти. И смотрите, значит, с другой стороны, вот абсолютно песочный пляж. Ну как песочный, смотрите вот эту вот фракцию. Вот она как выглядит. То есть крупный песок, либо мелко перетертая галька. Называйте это как считаете нужным. Показываю, как оно выглядит. То есть это все мягенько, ничего не давит в ноги. И в принципе сам заход показываю. Значит, заход тоже песочный. Конечно, присутствуют некоторые булыжники в море, но опять есть выстеленная дорожка из мешков, то есть чтобы вам было комфортно заходить в море. Ну, в принципе, большая площадь самого захода, естественно, вот такая вот фракция песчано-галечная. Пологий заход, все отлично, с детьми вот люди отдыхают. Так, друзья, показал вам, в принципе, пляжное покрытие гостиницы Nirvana Lagoon. Так что здесь найдется кусочек пляжа для любого туриста, тот, который любит идеально чистую прозрачную водичку. Там галечный заход, крупный булыжник, но есть выстеленный заход мешочками, поэтому даже там вам будет заходить комфортно. Ну и, естественно, песочно-галечный заход, где абсолютно нормально заходить маленьким детям, да и тем людям, которым не нравится просто галечный заход. В целом, смотрите, еще показываю часть территории гостиницы Nirvana Lagoon. Нереальных размеров территория, очень большая. Самое главное, она зеленая. Много сосны, много тени. Идеальный вариант для июля и августа месяца. Гостиница, в принципе, по качеству с претензией на VIP-гостиницу. Поэтому отдых здесь, в данной гостинице, высокого уровня. Я думаю, что он соответствует этому. Кстати, друзья, поделитесь своим мнением. Напишите это все в комментариях под данным видео. Обязательно почитаю. То, что смогу, отвечу. В любом случае, отвечу на все ваши вопросы. Задавайте их в комментариях. И пишите ваши впечатления в этой гостинице, кто отдыхал в данной гостинице. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, с помощью которого вы всегда будете в курсе всей необходимой информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Мы сейчас с вами находимся в отеле Nirvana Lagoon Luxury. Это один из 18 отелей цепочки Kelit Hospitality Group. Всего у нас 15 отелей Crystal Hotels, 2 отеля Amara, это Amara Dolce Vita, Amara Prestige Elite и одна наша единственная неповторимая Nirvana Lagoon Luxury. Что касается Nirvana, построен отель был в 2014 году. Раньше на его месте находился отель Club Med. Данный отель построили с нуля. 152 тысячи квадратных метров занимает площадь отеля, 560 номеров. Номера условно можно подразделить на две категории. Это стандартные, к ним относим стандартные номера, семейные, superior. И номера повышенной категории. 206 номеров, одноэтажные, двухэтажные, виллы и сьюты. Опять же, все названия вам перечислять не буду, все это в каталогах есть, вся эта информация. Что касается концепции, работаем в этом году по концепции Ultimate All Inclusive, основанной на продуктах здорового питания. То есть, что это значит, что в главном ресторане в этом году наши гости уже не увидят блюд, приготовленных на масле, например. То есть, либо это будет на гриле приготовлено, либо в духовом шкафу, либо другими более полезными методами обработки. Конечно, если будет у гостей желание, например, тот же самый картофель фри заказать, они такой заказ могут сделать, для них это специально приготовят, но так вот, чтобы в общем доступе, в главном ресторане в а-ля-картах этого уже нет. Кроме того, около каждого блюда с этого года у нас стоит табличка, какое блюдо сколько килокалорий, откуда к нам приехал тот или иной огурчик-помидорчик, с какого района Турции. То есть,
И для тех, кто следит за собой, за диетой, очень удобно. То же самое касается и детских соков, например. То есть сейчас на территории отеля абсолютно нет никаких разводных соков, либо это будут свежевыжатые, либо натуральные пакетированные. Если говорить по детской концепции, давайте тоже остановлюсь. В этом году наш мини-клуб работает с 8 утра до полуночи. В принципе, этого времени всем хватает, именно поэтому у нас отсутствует услуга няни. На территории мини-клуба располагается детский ресторан, то есть там детки могут пообедать, поужинать. Там же располагается площадка игровая. Если сегодня у вас будет желание, можем посмотреть детский клуб. Что касается площадки, качельки, карусельки, горочки, батуты, все это в наличии. В закрытой части мини-клуба комната для сна, комната PlayStation располагается. Также там есть отдельный детский аквапарк, как правило, рассчитан на деток, которые младше 10 лет. Если говорить про совсем маленьких гостей, то предусмотрено фруктовое баночное питание марка Baby Hero. Также предусмотрен наш замечательный шеф-повар, который приготовит по запросу родителей то или иное блюдо. То есть, как это происходит, гость обращается к нам, договариваемся, шеф-повару все переводим, и он в определенное время готовит для ребенка то или иное блюдо. Эта услуга абсолютно бесплатная, поэтому некоторые гости тоже пользуются по мере необходимости. Что еще? Главный аквапарк у нас называется «Нажа-Нажа», 11 горок, включает горку «Кобра», горку «Камикадзе». Вот здесь, как правило, есть ограничения для деток. Детки старше 10 лет могут пользоваться, кататься на этих горках. Но опять же, есть родители, у которых, например, ребенок старше 6 лет, но младше 10. Но в любом случае, вот хотят и все, чтобы он катался с этих горок, приехали только ради них. В таком случае с родителей берется расписка, ребенку надевается на руку браслет, и его уже допускают на эти горки. Но, конечно, не на «Камикадзе» и не на «Кобру». Вот сегодня, когда будем гулять по территории, вы тоже аквапарк увидите. Если говорить по бассейнам, главный бассейн наполнен морской водой, есть крытый бассейн, есть релакс-бассейн в зоне спа-салона, и также у вилл есть свои собственные бассейны с прикрепленными к ним барами. Обращу внимание, что бассейны не подогреваются, потому что работаем только в летний период, то есть до конца октября, начала ноября. Что касается пляжного покрытия, песчано-галечное, все же мы находимся в Бельдибе, здесь от гальки, к сожалению, никуда не деться, ну, может быть, и к счастью, некоторые гости у нас любят галечные пляжи. На пляже, частичку пляжа, небольшую, мы оставили чисто галечную, потому что есть действительно те гости, которые предпочитают галечный пляж, чтобы вот на 2-3 метра было видно дно, была прозрачная вода, оставили для них. Большая часть, конечно, песчаная, то есть крупные валуны выбираются, работают машинки по перекачке песка. Получается, что галька, сверху слой песка, и уже мамам с детишками, с маленькими, намного легче заходить в море. Но это вы тоже своими глазами увидите, какого качества покрытия тоже увидите, сейчас будем проходить. Есть три пирса, один пирс идет общего пользования, на нем располагается бар, вокруг зонтики, лежаки. На втором пирсе у нас располагаются павильоны, которые у некоторых гостей уже входят в стоимость проживания, некоторые гости могут приобрести себе в аренду. И также отдельные есть лоджи на третьем пирсе, которые предоставляются в аренду гостям. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля. В номерах. На данный момент мы с вами находимся в семейном номере. То есть, вы видите, он состоит из двух комнат с межкомнатной дверью. Часто меня спрашивают, вот в первой комнате нету окон, тоже обращаю на это внимание, что во всех семейных номерах у нас вот именно такое расположение. Покрытие везде абсолютно одинаковое, то есть ковров нет, плитка, ламинат. Ванны отсутствуют, есть душевые кабины, так тоже в большинстве номеров, за исключением вилл, конечно. Во всех номерах тапочки, халаты присутствуют, детские банные наборы присутствуют. В зависимости от того, мальчик или девочка, розовые либо синие. Чайные, кофейные наборы присутствуют. Мини-бары пополняются ежедневно. Безалкогольная продукция. Из алкоголя пиво марка «Эфес». Сейфы присутствуют во всех номерах, также бесплатные. Всего на территории отеля работают у нас 8 а-ля-карт ресторанов. В этом году добавили 2 новых а-ля-карта. Это эгейская кухня и грузинская кухня. Конечно, больше всего по запросам именно русскоговорящих гостей. 8, да.
Что касается оплаты, платно-бесплатно, для кого бесплатно, ориентируйтесь так, что стандартные номера, семейные и суперер, для них все а-ля-карты идут платные. От 15 евро до 20 евро с человека, на ребенка 50% скидка. Все остальные 206 номеров повышенной категории пользуются а-ля-картами бесплатно. То есть единственное, им просто нужно сделать резервацию в этот а-ля-карт. Кроме того, есть один бесплатный а-ля-карт для всех гостей, а-ля-карт «Бистро Веранда», который работает 24 часа в сутки без резервации. Он находится как раз-таки в этом блоке А, где мы с вами встретились. Также здесь находится у нас лобби-бар, он опять же работает 24 часа без ограничения. Импортные и местные алкогольные, безалкогольные напитки предоставляются. В блоке А у нас располагаются стандартные номера, семейные номера. В блоке Б в основном суперер номера и семейные номера. В чем отличие стандарта от супереров? Буквально только в виде из окна, то есть или с балкона. Да? Вот номера стандарты, они все идут с видом на сад, либо на горы. А номера суперер в большинстве своем вид на главный бассейн, прямой вид на море, либо боковой вид на море. Внутри абсолютно то же самое, то есть максимальное размещение 2 плюс 2, все те же самые 33 квадрата по площади, то есть мебель, все ничем больше не отличается. Мы с вами сегодня посмотрим еще одну виллу в мальдивском стиле, это вилла Сидер, я внутри про нее поподробнее расскажу. Если что-то упустила, спрашивайте. По поводу анимации. Анимация. Днем анимация, как правило, софт, то есть никто прямо так за руку гостя тащить, играть во что-то не будет, да? Но сама программа расписана, то есть кто захотел, поучаствовал. Имеется в виду йога, пилатес, например, та же самая боча, дартс, в бассейне игры всевозможные, водное поло. Вечернее вот. Шоу привозные. Да, вечернее шоу, как правило, привозные. То есть анимация своими силами вечером проводит, по сути, только мини-диско для детей. Все остальные вечерние шоу привозные. 1-2 раза в месяц к нам приезжают звезды эстрады. Опять же, кто, когда, все это можно увидеть уже на главном сайте отеля. Программа полностью опубликована. Концепция алкоголя. Реновация проходит каждый год, косметический ремонт каждый год. В этом году, например, по виллам была такая основательная реновация, то есть им там достраивали отдельные тенты. Сейчас вот мимо будем гулять, я вам покажу, что изменилось. В виллах Cedar Houses в этом году тоже размещение 2 плюс 2 стало, раньше было 2 плюс 1. Вот, то есть каждый год проходит. И по концепции алкоголя как у вас? По концепции алкоголя импортные напитки присутствуют. То есть отдельного какого-то списка мы не предоставляем. Почему? Потому что в зависимости от завоза могут меняться. То есть это буквально каждый месяц. Ну, например, если брать Chivas Regal, Jack Daniels, Baileys, это все есть. Угу. Вот. Кто отдыхает на алкогольном ориентировании? Как правило, главная ориентация – это семейный отдых. В основном в начале сезона, в конце сезона, это, как правило, Европа, то есть Англия, Германия, Латвия, Литва, Эстония, а в разгар сезона это все же больше русскоговорящие гости. Еще вопросы? Размещение 2 плюс 2 в стандарте. Какие места? Френч-кровати? Там можно и раскласть, например, кресло. Можно поставить раскладушку. Это все по запросу гостя. То есть как им удобно, так и сделаем. Ну, двум деткам поставите, да? Можно, да. Сейчас, если хотите, будем стандартный номер смотреть. Да. Давайте. Хотя, без той комнаты, правильно? Точно. Да, да.